Вань, на мой взгляд, в парусном спорте самое главное – это попутный ветер. И название яхты. А вот так это или нет, узнаем профессионалов, посмотрев следующий сюжет. Юра – самый юный участник 4-дневных соревнований. За свои 8 лет успел покорить воды Татарского пролива и Японского моря в районе Владивостока. Опробовать воды Амура прибыл в составе команды и уже заявил о себе. Ну вот второй день, уже другие наши соревнуются. Был вчера первый полуфинал, сегодня второй полуфинал. Теперь уже там соревнуются наши опять. Мы вчера соревновались, попали в финал. Большая радость. Сразиться за звание победителя вышли 50 спортсменов из разных уголков Хабаровского края. Оценивают старания юных яхтсменов опытные наставники по двум категориям, так называемым классам – кадеты и луч. Кадеты – это помладше немножко ребята, луч – это уже, в общем, скажем так, олимпийский класс. На яхте этого класса гоняются уже на Олимпиаде. Так что на кадете подрастают. На луче уже шлифуют свое мастерство. Победители в классе «Луч» попадут в сборную Хабаровского края. Ребята смогут открыть для себя новые горизонты, попробовать новые воды. Но вот по мнению бывалых спортсменов, хотелось бы побольше выездов в другие города. Два раза были в Геленджике. И каждый сезон ездим три раза во Владивосток. У нас хабаровский бюджет небольшой, поэтому мы редко ездим на соревнования. А в Геленджике они ездят на всякие чемпионаты мира, России, и у них опыта побольше. Тренеры уверены, дело не только в опыте. В чем же еще? И тут мнения наставников разделились. Одни делают ставку на отточенную технику. К этим соревнованиям ежедневные тренировки были. Был упор на именно отработку техники. По правилам парусного спорта были тренировки. Другие уверены, все дело в закалке характера. Держать курс и в штиль, и в бурю помогает сила духа. На воде важна целеустремленность. Бесстрашие. И самый основополагающий факт, и такой изюминка на воде, это просто стремление к победе. Если у этого ребенка есть, он будет побеждать, он будет занимать призовые места. Открытое первенство Хабаровского края по парусному спорту завершится 27 августа. А уже в конце октября победители соревнования отправятся в Геленджик. Там юные яхтсмены сразятся за звание чемпиона России. Наталья Миронова, Дмитрий Комков для программы «Настоящее время».